В Ненецком округе определен победитель регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года». В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей» победу одержала Александра Калинина. Руководитель школы «Уникум» примет участие в федеральном этапе конкурса, который пройдет в декабре текущего года. Подробнее расскажет Александра Литкова. Ментальная арифметика, скорочтение, каллиграфия и развитие памяти. Школа «Уникум» открылась в Нарьян-Маре меньше года назад. Ее основатель Александра Ивановна Калинина. Педагог с большим стажем, выйдя на пенсию, решила не отдыхать, а помогать детям в учебе. На ментальной арифметике очень сильно развивается правое полушарие мозга, которое у большинства людей не задействовано. Люди начинают креативно мыслить, улучшается память. И очень хорошая методика, она новая, она в России появилась в 2009 году. В Нарьян-Маре такой методики не было, и я вот решила ее освоить. На сегодняшний день ее занятия посещают 50 школьников от 7 до 14 лет. Все они, особенно в каникулы, с удовольствием идут на уроки, которые длятся 60 минут. Мне нравится то, что тут очень интересно, тут интересные задания, таблица Шульта, решение примеров. В планах Александры Ивановны проводить подобные занятия и с пожилыми людьми. Вот эти все вот методики очень хорошо помогают возникновению новых нейронных связей. Мозг у нас и работает только, наверное, на 5%, у великих людей на 10% он задействован, а остальные вот способности мозга еще не открыты. И эти вот методики позволяют и людям пожилого возраста приостановить вот старческие процессы, которые происходят с мозгом, и болезни Альцгеймера приостанавливают и так далее. В конкурсе лучших проектов в области социального предпринимательства, который проходит в России в пятый раз, могут принимать участие субъекты малого и среднего предпринимательства и некоммерческие организации. В Ненецком округе на региональном этапе было подано 3 заявки. Конкурс проходил несколько этапов. Первым этапом это было формирование экспертной группы, после чего у нас осуществлялся прием заявок на официальном сайте конкурса. На конкурс было заявлено 3 заявки. Все 3 заявки были в одной номинации. Номинация «Лучший социальный проект в сфере дополнительного образования и воспитания детей». После проведения проверки оргкомитетом было допущено до оценочной экспертизы 2 заявки, так как одна заявка была не полностью соответствовала требованиям. После прохождения оценочной экспертизы онлайн-голосованием экспертной комиссии наибольшее количество баллов было присуждено школе раннего развития «Уникум», которая и представит Ненецкий округ на федеральном этапе. Федеральный этап конкурса «Лучший социальный проект года» пройдет в декабре. Церемония награждения победителя состоится в феврале следующего года. Александра Литкова, Вадим Носкин, Леонид Шишелов, телеканал «Север».